С особым нетерпением наступления лета ждут, конечно, дети. Ведь лето – это каникулы, игры на свежем воздухе. Одной из массовых форм организации летнего досуга детей в Славянском районе уже много лет являются лагеря дневного пребывания. В этом году работает 8 таких на базе 7 школ района и Славянского центра развития творчества. Там юные славянцы могут интересно и с пользой провести время. «Тропами добра» – так называется смена в лагере дневного пребывания на базе школы номер 28 станицы Анастасиевской. На часах 8:30 утра все ребятишки в сборе, вожатые лагеря и старшие воспитатели проводят для них веселую зарядку. После – время завтрака. В течение дня детям предоставляется двухразовое питание – завтрак, обед и обязательно полдник для пополнения запаса необходимых витаминов. Основные направления лагеря – оздоровительная, образовательная и развлекательная программы, пребывание на свежем воздухе, проведение спортивных и культурных мероприятий. Организованы поездки с понедельника и с 3 числа, посещение по плану нашего Дома культуры, музыкальной школы ДШИ. Приезжают к нам различные выездные, передвижные, планетарий, выставки, театр кукольный. Ну и так, игры подвижные, спортивные соревнования. Педагоги готовят для детей разнообразные развлечения. Каждый день ребят ждет что-то новое. В день, когда приехала наша съемочная группа, для них проводили профилактическую лекцию по безопасности дорожного движения. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД по Славянскому району Наталья Исайкина рассказала о дорожных правилах, провела викторину на эту тему и в закреплении полученных знаний организовала импровизированную площадку в виде дороги, на которой детям нужно было на практике показать свои знания правил дорожного движения. Деткам были проведена беседа профилактическая о соблюдении правил дорожного движения, чтобы они не попали в дорожно-транспортные происшествия, которые произошли с их сверстниками. Ребята сегодня показали знания правил дорожного движения, умение управлять велосипедом, как они должны на дорогах нашего района вести себя. Школьники очень довольны тем, что могут общаться с друзьями не только во время учебных занятий, но и в летние каникулы, которые занимают большую часть свободного времени. Владимир Пухальский, ученик 28-й школы, говорит, что очень рад проводить летние каникулы в этом лагере. Удивлен разнообразием занятий. Тут я катаюсь, тут мои друзья, мне нравится, потому что тут очень классно. Я бы хотел бы тут надолго побыть. Тут соревнования бывают, тут бывает еще на качелях мы бываем. Мы тут еще два катаемся, там на роликах, на великах. Вова не единственный, кому очень нравится в летнее время находиться в лагере дневного пребывания. В лагере тут очень хорошо, хорошо, что солнышко, лето, занимаемся тут всякими спортом, будут скоро туризм уже тут будет, будем бегать по дистанциям, по площадкам, тут дорожные движения учат, всякие настольные игры, тут очень интересно. Я бы хотела вернуться на следующий год, потому что тут с друзьями можно погулять, и тут хорошо кормят, и на велосипедах можно кататься. Мне тут нравится, я гуляю с детками. Хочу, чтобы лето на следующий год я опять сюда пришла. Здесь очень вкусно готовят. Мы здесь гуляем со своими подружками, друзьями. Здесь лето, хорошо на улице гулять. Летние каникулы – лучшая пора как для досуга, так и для занятия творчеством. А лагерь дневного пребывания для каждого становится отличным местом, где ребята получают много веселья, пользу от общения со сверстниками и набираются сил перед новым учебным годом. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Андрей Постовой. Программа «События».